Представители общин бухарских евреев США и Израиля с гневом отреагировали на видеообращение узбекской эстрадной певицы Юлдуз Усмановой относительно ситуации вокруг Палестины. Представители общины говорят, что Усманова должна извиниться перед народом Израиля за свои антисемитские высказывания. Об этом сообщает Азадлик. В беседе с журналистами некоторые из них призвали лишить Юлдуз Усманову звания народной артистки. Напомним, что 13 мая Юлдуз Усманова в своем инстаграме выступила с поздравительным обращением в связи с наступлением праздника Разговения, в котором также упомянула события, происходящие в Палестине. Певица выразила солидарность народу Палестины и заявила, что в случае необходимости готова воевать за Палестину. «Мы говорим народ Израиля. Я не считаю его государством, потому что они сами хорошо знают, что являются захватчиками. Человек умирает только раз в жизни. Если понадобится, если позовут, то мы поедем на войну. Пусть не думают, что мы заняты сами собой. Если понадобится, то мы объединимся. Палестинцы – наши герои. Они охраняют и продолжают бороться за эту землю», – сказала Юлдуз Усманова в своем инстаграме. Уже во втором своем обращении на русском языке она потребовала от евреев всего мира остановить кровопролитие и как минимум извиниться перед мусульманами за содеянное сионистами. Я так думаю. Мы, мусульмане, обижены, что каждый праздник вы нам устраиваете какую-то бомбежку там. Примечательно, что Духовное управление мусульман Узбекистана сделало заявление по этому поводу лишь 20 мая. В нем оно высказало общую озабоченность в связи с происходящим в Палестине, а также упомянуло, что мечеть Аль-Акса является одной из трех священных мечетей, упомянутых в исламских источниках. Международное сообщество неоднократно подчеркивало необходимость мирного решения Палестино-Израильского конфликта в соответствии с международным правом, говорится в заявлении. Шукурланарга айтып, хайт намазына адам.